ребята, он у меня уже в машине, короче, мы его погрузили. Вот сейчас будем думать, что дальше делать. Оказывается, его машина сбила. Вот, и все ходили мимо уже неделю и смотрели, как собака просто мучается. Вот мы приехали в клинику, сейчас его осмотрят, вот, да, и потом зарегистрируемся и будем пребывать в клинике. На лапки не встаем, еле-еле стоит на лапках, тяжело ему, очень голодный, вот дали попить, выпил 2 миски. Вот Томик, его пришлось побрить, потому что он был весь в клещах, весь в ссадинах, и спина была вся в кутунах и в моче. Вот так вот. Короче, мы сидим. Да, мой хороший?